Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстван, и сейчас мы будем играть на карте, не помню, как она называется. Дело в том, что я сейчас играл на другой карте, поэтому при табуляции у меня отразится она, да, то есть мини-даст, я вообще не на мини-дасте играл, я играл, ну ладно, не суть-то, важно. Так, что я обычно на этой карте делаю сначала, это строю лестницу вверх. Мне нравится вот там наверху отжигать. Так. Правда, лестница у меня как-то коряво получилась. Ну ладно. Ох ты, ё-моё. Ладно, пока что две смерти, но... к нулю убийств. Но это, знаете, как всегда. Начнешь строить, начнешь помирать. Красные тут уже прямо у нашей базы развлекаются. Так, давайте сначала верха проверим. На верхах ничего. Обычно я еще делаю, знаете, такую штучку. Сейчас покажу. Вот такую вот здесь. И здесь, мне тогда удобнее. Вот теперь можно стрейфиться, не боясь вылететь за борт. Хотя нет, вот все-таки я упал. Так, там все наши. Кстати, я еще замечал, тут под определенным углом, когда гранату кидаешь, ну вот примерно так, то часто убиваешь кого-нибудь, да? Вот смотрите, убил. А, еще одну хотел кинуть, но у меня гранаты кончились. На правом фланге чисто все. Ладно, будем тогда продолжать прессинговать левый фланг. Так, кто там? Враг? Так, кто-то вражеский, да, забегал? Угу. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Эх, не успел. Так, все, все патроны израсходовали. Ну ладно, значит теперь берем в руки пистолет и пойдем поборемся. Давайте сюда наверх запрыгнем. Куда-нибудь сюда забежим. Да, пистолет делает свое дело. Фраги так прямо и сыкаться. Так, нам нужно еще кого-нибудь. А ладно, бог с ним, давайте берем лом и вперед. Ты! Да что ж такое, почему он не умер? Я вроде и рядом с ним махал ломом и вовсю старался. Ну ладно, не убили, так не убили, бог с ним. Обидно, конечно. Досадно, ну ладно. Так, где там наша... А, вот, на троечку. Что-то враги почти не лазят по крышам, это странно. Wake up.
Да что ж такое, там с Барретт девчонкой я по ней так вмазал. Вот, наконец-то. Бррр, опять упал. Ох ты. Да, видел я, как поверху выходит на меня враг, но знаете что, да уйдите вы все. Но надеялся, что все-таки успею того человека снизу добить и убить того, кто вышел на меня поверху, а в итоге ни того, ни другого не убил. В общем, вот такое вот разочарование. Ну-ка, что у нас здесь? Ох ты, надо же было так скосить, и главное, что-то залип и даже не выправил мышку. Так бы два фрага были моих. Так, меня убивают. 29 к 5 пока что. Надо исправляться. Мне показалось, что я там кого-то в тумане видел. Ох ты, как тут много красных. Так, свалился. Давайте этот кубик уберем, чтобы они зазря наверх не лазили. Ох ты, с двух сторон сразу выбежали враги. Одного, где там второй? Второго нету. Что-то я на него загляделся, меня в это время с Барретт убили. Так, давайте, может, по низу повеселимся. Ой, я маленько перепутал свое место на положение. Не думал, что я сейчас в коридоре. Так, куда? Ох ты, ё-моё, граната, господи, спасите меня. Слава богу, я живой. Так, не, явно по низу у меня что-то не ладится. Может, еще не привык. Да блин, по низу постоянно гранаты прилетают, вот что мне внизу не нравится. Наверху хотя бы жить как-то можно. Так, ну ладно, давайте снизу слева попробуем. Так, здесь нет никого. Граната какая-то залетела. Опять, да, я подрываюсь на гранате. Нет, не нравится мне лазить понизу на этой карте, потому что постоянно помираешь от гранат. Наверху хотя бы безопаснее с этим делом. Блин. Пока тут пытался. Вот всегда так. Начинаешь строить, начинаешь помирать. Но построить-то надо. Мне вот удобнее с этим углом, что я могу стрейфиться хоть до упора. Так, тут свои справа, слева, они мне мешаются. Давайте пойдем на другую крышу. Там я, кстати, кажется, видел вражеское дуло или что-то в этом роде.
Вот, опять вижу. Ну вылези ты, кто там есть? Шустро она меня сняла.